Компания JustWalk официально представила новый Minifit S, на который у нас уже есть обзорчик, и вместе с ним она анонсировала новый девайс, о котором шло немало слухов. Новая подсистема получила очень громкое и смелое название – Better Than. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Так давайте же рассмотрим этот новый девайс. В мои руки попал образец не для продажи, а это означает, что внешний вид упаковки и ее содержимое может измениться в конечном варианте. В моем случае это небольшая белая картонная упаковка, на лицевой панели располагается сам девайс, его название и логотип производителя, на противоположной стороне есть скрыч-код для проверки на оригинальность, а сбоку указаны технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, я увидел лишь батарейный блок с предустановленным картриджем. Кабеля для зарядки и инструкции, к сожалению, не было. Выглядит новинка очень просто и, можно сказать, скучно. Корпус девайса выполнен из слегка шершавого пластика. В руке его держать очень удобно, и он не вызывает никакого дискомфорта. По форм-фактору это самый обыкновенный стик. На лицевой панели находится гравировка с логотипом производителя, чуть выше располагается индикатор заряда аккумулятора и в самом верху находится небольшое окошко, сквозь которое мы можем увидеть количество оставшейся жидкости. Внутри этого небольшого девайса располагается аккумулятор на 420 мАч, заряжается он примерно от 35 до 40 минут. В нижней части устройства располагается разъем USB Type-C. Учитывая его габариты, сюда можно было поставить аккумулятор и побольше, ведь в Minifit S, который гораздо меньше, чем данный девайс, аккумулятор тоже 420 мАч. Картридж выполнен из прозрачного пластика, в верхней части находится сплюснутый дриптип. Работает он на несменных испарителях с сопротивлением в 1 Ом. Отверстие заправки располагается на одной из боковых граней и скрыто под силиконовой заглушкой. Объем картриджа всего 1,9 мл. К сожалению, регулировки и затяжки здесь нет, даже если крутить картридж. Но стоит отдать должное, картридж действительно вкусный и хорошо передает никотин. Он прекрасно подойдет как для солевой жидкости, так и для обычной. И да, на нем прекрасно можно парить даже нулевку. В конце этого небольшого обзора я хочу сказать, что этот девайс прекрасно подойдет как новичкам, так и пользователям со стажем. И также он отлично подойдет тем людям, которые ищут себе компактный девайс, в который можно заправить крепкую жидкость и наслаждаться парением. Из плюсов я хотел бы выделить его компактные габариты и легкий вес. И ни в коем случае нельзя обходить стороной его картридж, который обладает прекрасным вкусом и отлично передает никотин. Ну и про затяжку тоже стоит сказать пару слов. Она довольно тугая и очень похожа на аналоговые сигареты. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.